Всем здравствуйте! Сейчас вся страна переживает за состояние здоровья Романа Костомарова. К сожалению, в последнее время приходят неутешительные новости о здоровье спортсмена. Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева прокомментировала информацию о том, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию Роману Костомарову грозит ампутация. Специалист считает, что антибиотики, которые используют для лечения сепсиса, могут спасти его от непоправимого. Однако такие препараты очень сильно сказываются на печени. Он сам должен восстановиться в подходящих для него условиях. Мы можем продолжать лечение антибиотиками и другими сильными препаратами, но, к сожалению, улучшений не будет. Состояние будет стабильно ухудшаться, отметила Ярцева. Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января с тяжелой формой пневмонии. У него начался сепсис на фоне воспалительного процесса в легких. Фигурист был введен в медикаментозную кому. После этого Костомаров пришел в сознание и смог поговорить с близкими. Но позже стало известно, что Роману грозит ампутация пальцев на руках. Медики считают, что иммунная система Костомарова дала сбой. Позже выяснилось, что только за период новогодних праздников Роман принял участие в 40 мероприятиях, что, естественно, не могло не отразиться на состоянии его здоровья. Помимо основных постановок на льду, фигурист не отказывался от дополнительных проектов. Подзаработать Костомарову предложил Илья Авербух. Родные и коллеги Костомарова отмечали, что за всю историю фигурного катания никто из спортсменов не имел столько физических нагрузок. Надеемся, что в скором времени Роман Сергеевич справится с опасным недугом. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Всем крепкого здоровья. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!